Сегодня хотела сделать обзор на украшения, которые я заказала с AliExpress. В общем, с ними вышла целая история. Что я хочу сказать? Это вот такие вот сережки. Это сережки-гвоздики. И в них вот такие вот красивые камушки. Они переливаются на солнышке. Очень хорошего качества. Я их ношу уже 2 месяца. У меня ничего от них не болит. Не темнеет. Я в них купалась. Все отлично. Ну и что же за история? Это гарнитур. Я заказала серьги. Вот такая подвеска. Вот такая подвеска с цепочкой. И должно было прийти кольцо. Вот, надеюсь, видно, что камушек переливается всеми цветами радуги. Вот. Прошло 60 дней срок. Товар не пришел. Я делаю возврат. Говорю, что товар не пришел. Ну, все хорошо. Они сделали возврат. Деньги пришли. И спустя некоторое время, я их заказывала, в феврале это было, они приходят. И главное, приходят без кольца. Хм, я думаю, странно. Ну, вот такой вот пришел, получается, комплект мне совершенно бесплатно. Не знаю, с чем это связано. Трек отслеживался. Я просила у продавца, чтобы он продлил сам заказ, так как товар не пришел. Но более 60 дней и все. Ну, могу порекомендовать заказывать, но только у другого, наверное, какого-нибудь продавца. Потому что у этого, возможно, я не знаю, дойдет, не дойдет. Но мне дошло, но вот такая вот... Кольцо не пришло, почему, не знаю. Заказала я это все за 250, кстати, рублей всего. Ну вот кольца, правда, нету. А так украшения очень прикольные. Сейчас я тут четкость настрою. Интересный такой летний гарнитурчик. Вот так. Всем пока-пока. До новых встреч.